Для того, чтобы добиться успеха в мире, необходимы два основополагающих качества. Вы должны уметь использовать свое тело и ум. Самое важное качество. Для того, кто хочет уметь использовать свой ум, это уравновешенность. Она позволит вам получить доступ к различным измерениям вашего ума. Если у вас нет уравновешенности, работа ума исказится, и ваша способность его использовать сильно снизится. И другой аспект — вы должны быть энергичными, как с точки зрения физиологии, так и внутренних энергий. Вы сможете справиться со всевозможными трудностями, которые будут встречаться вам каждый день на пути к успеху, только если ваши энергии будут активными и насыщенными. Если вы привнесли два этих аспекта в ваше тело и ум, и вы уравновешены и энергичны, достичь успеха вам будет гораздо проще. Но самое главное — для достижения успеха вам потребуется проницательность, вдохновение и порядочность, верность принципам. Проницательность означает, что вы уделяете внимание жизни вокруг вас таким образом, что вы видите и замечаете то, что не замечает большинство других людей. Другой аспект — постоянно быть вдохновленным. Очень важно понимать причину, по которой вы занимаетесь своей деятельностью. Смотреть в широком смысле. Какой вклад вы вносите в окружающий мир своими действиями, что бы вы ни делали? Каждым своим поступком вы делаете вклад в тот или иной аспект мира вокруг вас. Что бы вы ни делали, это идет на пользу кому-то другому. И сам факт осознания этого должен постоянно вдохновлять вас. Порядочность и верность принципам имеют большое значение. Ведь то, насколько глубокое доверие вы вызываете среди людей, с которыми сталкиваетесь каждый день, определит, насколько легкой или насколько сложной будет ваша ежедневная деятельность. Если присутствует атмосфера доверия, ваша работоспособность возрастет во много раз, просто потому, что окружающие вас люди не будут вам препятствовать, но наоборот, помогать. Как нервная, так и энергетическая система очень развиты в области между лопаток и выше. Поэтому очень важно поддерживать шейный отдел позвоночника в хорошем состоянии.